Санек, Санек, алло, прием. Короче, есть для тебя халтурка. Надо, ну, обратно выровнять. Ну, короче, походит еще. И немножко надо это, покрышку подклеить. Как-то так. Доковылял до Сима. Фу-фу-фу. Ладно, хоть до сюда. Короче, и один диск вроде как нашел. Сейчас буду примерять. Надо еще один. Такие дела. В общем, есть моментик. Смотрите. Впереди стоят на подъеме фуры. Ну и, соответственно, не могут заехать. Поэтому я, короче, стою здесь, выжидая моментик. Чтоб с ходов на лете подняться. Что имеем по обстановке? На улице ураган, пурга, переметы, все причиндалы. Короче, знаете что? Каждый раз беру бургер на лучке и каждый раз удивляюсь, почему он такой вкусный. Либо я тяну до последнего и супер голодный его покупаю, либо ну он реально просто нереальный вкусный. Ну, короче, вкусно точка вообще мимо, прям вот так вот делает жестко. Называется «Заехал на АЗС». Ну, давай, родненький. Ну, давай, потихонечку. Давай, без газа. Давай, надо выехать. С разгончику сейчас жахнем. А я думаю, что фура стоит, тоже, наверное, выехать. Все, поехали. Давай в разгон, давай. Братишка, стой. Дай я сначала попробую. Ну-ка, вот оттуда сейчас возьмем. Сейчас по-сухому зацепимся и в разгоночку. Та-танч. Стой, не едь. Молодец. Погоди, стой. Попёрли. Лежачий какой лежачий, чах вторая.